Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Для многих девчонок является проблемой сохранения полотна бросовой нити. То есть, когда мы выполняем какое-то вязание, для дальнейшей обработки мы должны оставить наверху красивые, хорошие открытые петли. И что получается? Либо мы срезаем полотно прямо с открытыми петлями бросовой нити, и они со временем могут распуститься и испортить нам вязание. Либо мы долго-долго косичкой или пересадкой закрываем эти петли. Это тоже долго, трата времени, сил, ну и пряжи бросовой тоже. Поэтому я вам предлагаю ускорить процесс и обезопасить наше вязание самым простым способом. Берем коромысло. Оно продается отдельно, не обязательно это приложение к двухфантурной машине, его можно заказать на Алиэкспресс. Можно купить в интернет-магазинах, либо просто толстую иглу. И нашу бросовую нить снимаем на коромысло, либо на бросовую иголку. Таким образом мы сохраняем петли от того, чтобы они распустились. И не тратим массу времени на закрывание полотна. Быстро, удобно, эффективно. Теперь, после того, как я пропущу нить через открытые петли, эти петли уже никогда никуда не денутся, и мое вязание может лежать сколько угодно долго. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений, и приходите на наши бесплатные посиделки по вторникам и четвергам. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.